каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнины с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на видео про FNAF, которое называется «Что если Five Nights at Freddy был дробовик?». FNAF анимация, и я сказал бы, что это было бы все очень и очень легко. Типа дробовик, выстрел, минус аниматроник. Это изи. Ладно, давайте смотреть. Озвучил Тор же пес, да. Бонная. О боже, зачем я согласился на эту работу? Надеюсь, морковка. КЦП хорошая. Я только понял, что сидит морковка. Морковь. Что? Ой, блин. Ладно. Ой, блин, как закрыть дверь? Морковь. Ау? Вы серьезно? Тут есть кто? Какого черта? Бонни. Картошка? А ты что? Картошка? Здесь делаешь? И откуда у тебя дробовик? Морковь, что, картошка. Я его у тебя под столом нашел. Серьезно? Что? Мы валим отсюда или как? У аниматроников сегодня назначено свидание с Салли. Салли? О боже, ты назвал дробовик Салли, да? Да, Салли это дробовик. Пожалуйста, понимаете, как говорят уже. Два овоща. Точнее, овощ и корнеплод. Увидишь любое движение, кто бы то ни был, стреляй. Да, дважды повторять незачем. Вот блин. О боже! Шегги и Скуби-Ду? Что? Ой, Скуб! У меня прямо от сердца отлегло. Что? Типа два соска, пупок и большинство жизненно важных органов. Что? Что? Почему тут Шегги и Скуби-Ду? Чё? Что за наркотики? Какой-то плохой дробовик всего с тремя... Три дроби всего, чё? Чё вообще творится тут? Ты шутишь? Опять в Subway Surf играешь? Ага, вот стал бы я играть в такой момент. Ну и собственно... Следует аниматроник. Статус поменять, это важно. Ох, шети понедельники. О, мемчики. Мемчики-то хорошо. Ладно. Еще немножечко и... все. Так, морковка, у тебя спички есть? Да. А что? Замечательно. Супер. Все, что ты придумал, это поджечь ресторан? Не ссы, морковка. Я недавно застраховал его от пожара. Неплохо. Боже ты мой. Да ты верно шутишь. Ты еще не знаешь, насколько. Мы разбогатеем. Ты же понимаешь, что должно пройти время, прежде чем страховка начнет действовать. Стоп, ой. Серьезно? Боже, картошка. Мы только что сожгли целый ресторан. А знаешь, что хуже? Мы к тому же и мошенники. Не понимаешь? Нас обоих ждет тюрьма, картошка. Замечательно. Картошка? Картошка? Класс. Картошка! Что вообще произошло в этом мультике? Спасибо за что просмотр. За херня? Если вам понравился этот формат, ладно, не забудьте подписаться на канал. Или не подписывайтесь. Уже подписано тоже. Мне насрать. Картошка. Да ладно. Подписывайтесь. Боже, ну ты зануда. Это самое странное, что видел в последнее свое время. Картошка и морковь. Корнеплод и овощ. Подожди. Морковь тоже корнеплод. Корнеплод и корнеплод. Блин. Биология. Почему-то такая сложная. Ботаника, скорее. Играют в игры, стреляют с дробовика, попадаются в ментовку, их садят. Сложно. Сложно. Я ничего не понял. Что вообще тут произошло? Вы поняли? Вы поняли? Я не понял. Никто не понял. Картошка и морковь. Кто это придумал? Но он гений. Но это было довольно интересно. Все равно соглашусь. Это было прикольно. Ссылочка, ребят, на озвучку Теорожий Пес есть в описании. А если вам понравилась моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк, подписаться на мою группу ВКонтакте. И не будьте как картошка. Всем удачки, всем пока-пока.